викторианскому реалистическому роману. Но прежде чем перейти непосредственно к теме литературы, я бы хотела кратенько остановиться на описании самой эпохи. Викторианская эпоха – это 1837-1901 год. Это период правления королевы Виктории, королевы Британской империи, Ирландии и Индии. Викторианская эпоха характеризуется, во-первых, стремительными изменениями во всех сферах жизни общества. Это и технологические, и демографические сдвиги, и изменения политического и социального восприятия. Ну и, конечно же, основным понятием, когда мы говорим о викторианской Англии, что первое приходит на ум? Леди, джентльмены, чопорность, степенность. Вот это вот, конечно, социальное, для социального облика был характерен очень строгий моральный кодекс того времени. Трезвость, пунктуальность, трудолюбие, экономность и хозяйственность. То есть никаких излишеств быть не должно, причем в любой сфере жизни. Пример к этому подала сама королева Виктория. Она вела образ жизни, который был не свойственен для этого аристократии. Во-первых, она всю себя посвящала семье. И ее жизнь была связана с долгом перед этой семьей. Пример с нее взяла и квалифицированная часть рабочего класса. Представители среднего класса обладали уверенностью в том, что если ты процветаешь, то значит это тебе награда за добродетель. А если ты беден и несчастен, то это означает лишь одно, что ты совершил очень много грехов, и это тебе наказание. То есть жалеть тебя никто не будет. Доведенное до крайности пуританство семейной жизни порождало чувство вины и, конечно же, такое неблаговидное качество, как лицемерие. Все человеческие инстинкты и желания загонялись под маску. Маска необычайной сдержанности, проявление сильных чувств, не обязательно любовных, а даже сильного восторга по какому-либо поводу считалось неприличным. И очень яростно порицалось. Нет ничего удивительного в том, что эти нормы поведения затронули и литературу в том числе. Викторианская литература – это литературные произведения, созданные в тот период, и в европейском контексте этот период соответствует эпохе критического реализма. Эпоха романтизма тут вытеснена почти полностью. В 1840-е, особенно в 1850-е годы, наиболее востребованным жанром становится социальный роман с уклоном в морализаторство. И в нем опять-таки проявляется основная мысль, очень четко проявляется основная мысль того времени. Несчастен, значит, ты это заслужил. Реалистический роман в Англии в первую очередь представлен творчеством двух крупнейших прозаиков. Это автора монументальной исторической сатиры «Ярмарка тщеславия», это Уильям Текерей, и Чарльз Диккенс, который является любимым писателем самой королевы Виктории и одним из самых читаемых авторов в викторианской Англии. В тени Диккенса и Текерея плодотворно работали также многие другие талантливые писатели. Это сестры Бронте, Элизабет Гаскелл, Джейн Остен и другие. В викторианскую эпоху очень сильно процветала двойная мораль. Религиозность, сентиментальность и добрые намерения прекрасно уживались с проявлениями вопиющего социального неравенства и жестокости в личных отношениях. То есть набожный человек, который ходит в церковь, который не совершает никаких неблаговидных поступков в обществе, мог прийти домой и избивать свою жену и детей. Это считалось нормальным. Представления о хороших манерах, свойственные ограниченному среднему классу, то есть большинству читающей публики, повлияли на представления о литературных приличиях. И в XIX веке вольный дух английской литературы казался неприемлемым.
Был наложен запрет на любые упоминания о теле, о чувственности, о сексуальности. То есть этого всего не должно было быть, это считалось постыдным. Благопристойность. Вот самое основное и неприемлемое условие. Именно с той поры появилась как раз эта, та самая знакомая нам характеристика англичан – чопорные. Герой английского романа – это средний заурядный человек, не сжигаемый внутренними страстями, не бросающий вызов обществу, не желающий, а наоборот, желающий вписаться в существующее общественное устройство и вписаться как можно более правильно. Поэтому, описывая процесс взросления и изменения личности, викторианские романисты чаще всего прибегали к жанровым образцам романа воспитания. То есть это жанр по природе оптимистический, который показывает рост человека и внутренний, и физический. Вообще дети и подростки становятся героями литературных произведений, начиная с романтической эпохи, но в литературе реализма возрастает внимание к детству как к особо формирующей эпохе человеческой жизни. То есть именно в детстве должны закладываться все вот эти ценности, которые позволят в дальнейшем развиваться личности. И как человек, работающий в детской библиотеке, я хотела бы подробнее остановиться именно на этом. Реалистический роман не сразу нашел способы и приемы для изображения остроты детских переживаний и отличий детского мировосприятия от взрослого. Ну, а причины я уже озвучивала раньше, потому что не должно было быть никаких сильных проявлений чувств. А дети, они максималисты. И если они любят, то они любят. Если они ненавидят, то они ненавидят. Белое у них белое, черное это черное, серого для них нет. А если говорить о сюжетной линии таких романов, то здесь прослеживается такая вещь. Главный герой – ребенок. Ребенок, на которого свалилось много несчастья в самом начале его жизни. То есть это 7-10 лет. И этот ребенок уже испытал такое, что даже не каждый взрослый человек сможет пережить. А далее он убегает из дома, где его бьют или обижают, или же сразу рождается в приюте. То есть тут два варианта развития события. Голодает, скитается, его гонит благополучное, сытое общество, и которое не желает замечать ничего, кроме своих собственных проблем. Это тоже неотъемлемая часть такого романа. А затем он попадает в дурную компанию. Ему обязательно надо попасть в дурную компанию для того, чтобы он наконец четко определил, что хорошо, что плохо, что вот так делать не надо, а так надо. А то и в несколько по очереди даже он может попасть в таких компаний. Вот. Затем он встречает доброго, обязательно набожного человека, который ему помогает, который наставляет его на путь истинный. И тем самым этот ребенок встает на путь исправления и становится благопристойным членом общества. А в качестве примера можно взять героя Чарльза Диккенса, это Оливера Твиста, и героя книги Джеймса Гринвуда «Маленький оборвыш» Джимми Баллизетта. Оливер сирота, а у Джимми умирает мать, и мачеха настраивает отца против нелюбимого ею пасынка, дурно обращается с ним, не кормит его, а отцу врет, что он объедает всю семью. И из-за этого он вынужден бежать из дома. Но если Оливер испытывает тяготы и лишения в приюте, где постыдным и ужасающим преступлением считается даже попросить добавки, на что он решается, и за это он наказан, то Джимми Баллизет тоже здесь есть у них общие такая точка соприкосновения именно в этом плане еды, когда мачеха не дает ему ничего, приходит домой отец, а она говорит, что она давала ему 3 раза вареную баранину, а он все никак не может насытиться. Из-за этого она и ее маленькая дочь остались голодными. И отец жестоко избивает мальчика за это. Оливер Твист попадает в компанию воров, ну, уже взрослых и детей. А вот Джимми Баллизетт встречает двух мальчиков,
оборванцев, которые тоже промышляют воровством, но одновременно с этим они и зарабатывают честным трудом. И они объясняют ему, что не всегда ты можешь жить честно, иногда тебе не хватает. Вот когда хорошая погода, никому твои услуги по разгрузке продуктов или чтобы там постеречь лошадей не нужны, а есть хочется каждый день. То есть перед мальчиками, что в первом, что во втором случае, встает такая моральная дилемма. Совершать неблаговидный поступок, чтобы выжить, или пытаться до последнего жить честно. Маленький ребенок, конечно, не всегда может справиться с такой сложной задачей. В какой-то момент они поддаются вот этому дурному влиянию. Но конец в обоих романах вполне благополучный. Их обоих усыновляют благопристойные джентльмены, и они начинают новую жизнь. А те бродяги, которые даже помогали им в какой-то момент, все равно заканчивают плохо, потому что по-другому в викторианском романе быть не может. Зло должно быть наказано. От детей хотелось бы перейти к женщинам в романах викторианской эпохи, поскольку эта тема тоже кажется достаточно интересной. А, как уже говорила, что в викторианской системе ценностей каждому человеку полагалось иметь определенный набор требуемых обществом качеств. И от этого набора отступить было нельзя. Иначе ты становишься не похожим на других, равно ты изгой. А сейчас такая система в некотором роде процветает в Японии, о которой уже говорила здесь ранее, что у них даже есть такая поговорка: торчащий гвоздь забивают. Вот в викторианской Англии было то же самое: торчащий гвоздь забивали. Если ты не похож на других, если ты ведешь себя как-то не так, как требуется в приличном обществе, а это слово считалось практически сакральным, то тебя просто сравняют с землей. Нарушения правил поведения, морали строго осуждались. Поэтому такие явления, как наигранность и излишняя умеренность, считаются основными характеристиками общества того времени. Лицемерие здесь считалось даже не то, что допустимым, обязательным. Воспитанный человек не должен говорить то, что думает. Он должен улыбаться, даже если ему хочется бить посуду, плакать, кричать и биться в истерике. Натягивай улыбку и вперед. Ты должен быть удобным. В твоем обществе людям должно быть комфортно, в первую очередь. И необходимо прятать свои чувства и обеспечивать людям этот необходимый комфорт. Только в семье допускалось немного сдвинуть маску и приоткрыть свое истинное лицо, но не всем. Для женщины эти правила еще более ужесточались, чем для мужчин. Если мужчина мог позволить, как я уже говорила раньше, себе побыть в семье тем, кем он является на самом деле, то есть если он деспот и тиран, он в приличном обществе золотой человек, приходит домой, начинает издеваться над домочадцами, он дома, этого никто не видит, то женщине и в семье рекомендовалось быть сдержанной и улыбающейся. Муж – это глава семьи. У него много проблем и повседневных забот. Не нужно отягощать его еще и своими проблемами. А дети должны видеть всегда спокойную, улыбающуюся мать, потому что она служит для них примером, как надо. Чем я могу себя порадовать? Как мне разнообразить свою жизнь? Ни одна чуткая и правильная женщина не будет задаваться такими вопросами, прежде чем приступить к своим ежедневным занятиям. Наиболее достойным женским качествам соответствуют другие вопросы. Как мне лучше всего распорядиться своим временем, силами и средствами, дабы принести наибольшую пользу? Не забыла ли я сказать кому-то из, оказать кому-то из домашних любезность, и не обидела ли я их случайным словом? Женщина должна была постоянно жить с оглядкой, а все ли она делает правильно? И это распространялось даже на семью. Ежели ничто особенное не привлечет мое внимание, я все равно встречу своих близких с осознанием того, что, будучи наименее занятым членом семьи, я готова посвятить себя общему благу, вовлекая в дружелюбную беседу,
подстраиваясь под главенствующие чувства и пытаясь развеселить всех тех, кому грустно. Это выдержки из книги «Женщина Англии» Сары Стикни Эллис. Она очень хорошо описала положение женщины в семье в ту эпоху. Великодушная забота, которую так восхваляла Сара Эллис, стала идеалом для женщины викторианской эпохи. Она нашла отражение, естественно, и в литературе, но не все представительницы слабого пола удостаивались чести носить звание идеальной женщины. Стоило женщине начать вести себя так, как подсказывало ей сердце, она моментально объявлялась распущенной и подвергалась всеобщему осуждению. Представления об идеальных женах были в изобилии в викторианской культуре того времени и давали женщинам образцы для подражания, буквально на любой вкус. Викторианский идеал неустанно терпеливый и приносящий себя в жертву жены хорошо изображен в произведении Ковентри Петмора, которое называется «Ангел в доме». Оно было опубликовано в 1854 году. В нем говорится о том, что мужчина должен быть всегда доволен и счастлив. А как этого добьется женщина, это ее проблема. Если любит, добьется. Вот общий смысл. Женщине запрещалось жаловаться на мужа, чтобы он не вытворял. Потому что она останется виноватой в том, что картинка благополучной, правильной и счастливой семьи разобьется вдребезги. Она не должна была этого допускать. Подобное положение дел устраивало далеко не всех. Женский вопрос становится одним из самых главных в литературе викторианской эпохи и, соответственно, центральным образом в произведениях викторианских писателей становится образ женщины, который впервые раскрывается очень детально и обстоятельно. И, конечно же, никто не напишет о женщине лучше, чем женщина, поэтому мы возьмем примеры с творчества Элизабет Гаскелл и Шарлотты Бронте. Она и другие писательницы викторианской эпохи, извините, представили снобам читателям новую женщину. Первый роман Элизабет Гаскелл «Мэри Бартон» рассказывает о трудностях, с которыми сталкивается рабочий класс викторианской эпохи, и помещает главную героиню в эти тяжелейшие условия жизни рабочих. Мэри достаточно самостоятельна, так как за 3 года после смерти матери она успела стать сформированной личностью. Она ощущает на себя ответственность за отца и за свое собственное будущее. Девушка эта очень сильна духом, готова вытерпеть все невзгоды. Она работает портнихе, помогает отцу всем, чем может, и с самого детства обладает определенными нормами поведения, через которые не может приступить даже во взрослой жизни. Она чтит родителей, она уважает своих близких и с противоположным полом, как полагалось в то время, ведет себя очень сдержанно. Она не позволяет себе никакой развязности в разговорах с мистером Карсоном, тоже одним из главных героев. И это вполне соответствует духу эпохи, поскольку в тот период считалось неприличным, даже если женщина слишком долго находится наедине с мужчиной в комнате, при этом даже если они стоят по разным концам этой комнаты, даже взгляд мог быть сочтен за какое-то излишество. Ну и настоящим прорывом, а по-другому это не назовешь, стал роман Шарлотты Бронте «Джен Эйр». Шарлотта Бронте создает образ свободолюбивой, здравомыслящей девушки. Джен Эйр наделена смелостью, твердыми нравственными принципами. Она способна принимать самостоятельные решения. Тогда подобных героинь часто называли бунтарками, и подобное поведение порицалось в жестких условиях викторианской эпохи. Женщине неприличествовало так себя вести. Слушайся мужчину и молчи. Достаточно вспомнить хотя бы эпизод с подгоревшей овсяной кашей из начала романа.
Благовоспитанные девочки должны были молча съесть эту кашу, не показывая виду, даже если ее вкус просто тошнотворен. Но происходит бунт. И этот бунт заканчивается тем, что оставшиеся голодными воспитанницы получили хлеб и сыр. Маленькая, но победа. В те времена она такой маленькой даже не показалась. Новшеством для викторианской литературы является тот факт, что главная героиня не блещет красотой. Ее очарование скрыто во внутреннем мире. То есть, если обычно девушки хорошенькие, несчастные, то здесь Джейн Эйр может быть не особо красивая, но она сильная, твердая, цельная личность, и это делает ее прекрасной. Этим автор еще раз хотела подчеркнуть индивидуальность женщины и ее возможность быть личностью, а не красивой игрушкой для мужа. Шарлотта Бронте при этом не отторгает героиню от общества полностью. То есть Джен необыкновенна в силу своих внутренних качеств, но в то же время она себя миру не противопоставляет. Она, наоборот, является частью этого общества, при этом борется за свои права и за место в этом мире. Героиню не очень прельщает мысль о том, что она должна будет стать рабыней своего мужа, пусть и любимого мужа, любимого мужчины, полностью подчиненной ему, как доводилось большинству женщин в викторианскую эпоху. Но, однако, узнав, что ее возлюбленный женат, она сразу же уходит от него и скитается без гроша в кармане, так как моральный долг не позволяет ей быть замужним, ой, с женатым мужчиной. И это, конечно, говорит о том, что она все-таки не отлична от той эпохи совсем, в которой она живет. Она просто немного другая. Сегодня мы с вами затронули только реалистические романы, но, конечно же, викторианская литература ими не ограничивается, и можно бесконечно рассуждать также о детской литературе викторианской эпохи. Это Льюис Кэрролл, его великолепное произведение «Алиса в стране чудес», «Алиса в зазеркалье». Это Стивенсон, «Остров сокровищ», тоже замечательная книга. Это и детективы. Артур Конан Дойл, Шерлок Холмс, который в те времена тоже завоевал огромную популярность. И даже романы ужасов. Это Брэм Стокер, Дракула. Но это тема для отдельных лекций. И охватить все сразу, конечно, возможно, не представляется. Но вполне вероятно, что мы сможем к этому вернуться в дальнейшем. Большое спасибо за внимание.